Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Светлана Бычкова, онлайн-центр японского языка. Если вы хотите научиться общаться на японском языке, понимать, что говорят японцы, хотите смотреть аниме и дорамы в оригинале, хотите поехать в Японию учиться или работать, то первый шаг к достижению этих целей начинается с изучения японских азбук хирогана и затем катаканы. Возможно, что вы уже начали изучать японскую азбуку хирогану и столкнулись со следующими трудностями. Вы не знаете, как правильно писать знаки, вы не знаете правильный порядок написания знаков. Знаки выучили, но до свободного чтения еще очень далеко. Знаки по отдельности читаете хорошо, а слова читаете с большим трудом. Путаетесь в знаках. Вы уже несколько недель или даже месяцев изучаете хирогану, а результата нет. У вас нет уверенности, правильно ли вы читаете слова на японском языке, некому исправить ошибки, нет возможности задать вопрос. Если эти проблемы вас беспокоят или вы совсем еще новичок в изучении японского языка, то приглашаю вас принять участие в суперинтенсиве «Хирогана от А до Н. Учимся читать и писать на японском за один день». Суперинтенсив будет длиться всего лишь один день, и за один день, за это одно занятие мы проработаем с вами всю японскую азбуку хирогана. Вы узнаете о системе японской письменности и об отличиях японских азбук хироганы и катаканы. Запомните все знаки хироганы при помощи ассоциаций. Узнаете, как же все-таки правильно писать знаки ки и са. Выполните упражнение на закрепление материала. Будете тренироваться в чтении слов на японском языке. Пополните словарный запас. Мы отработаем с вами правильное произношение японских слов. Вы получите рекомендации, как научиться бегло читать на японском языке за короткий срок. Узнаете, как образуются долгие гласные, звонкие и согласные звуки. Узнаете, для чего нужны маленькие знаки «я», «ю», «ё». Поймете, как образуются глухие согласные звуки. Узнаете, почему в азбуке хирогана два знака «о» и для чего они используются. И многое-многое другое. В результате однодневного суперинтенсива вы легко запомните знаки хироганы, научитесь правильно и в нужном порядке писать знаки хироганы, научитесь писать слова на японском языке, научитесь читать слова на японском языке, научитесь правильно произносить слова, научитесь составлять утвердительные и отрицательные предложения на японском языке и начнете изучать японский язык эффективно. Суперинтенсив будет проводиться онлайн, то есть вам не нужно будет никуда ехать. Нужен будет только компьютер и хорошая скорость интернета. Ссылка на онлайн-урок придет на вашу электронную почту. Есть два варианта участия в суперинтенсиве – платный и бесплатный. Узнайте все подробности участия в описании под этим видео. Кроме этого, вы сможете участвовать в розыгрыше призов. Итак, изучайте информацию в описании под этим видео и записывайтесь на однодневный суперинтенсив по изучению хироганы. С вами была Светлана Бычкова. До встречи на уроке суперинтенсива.